Сабантуй поедем. Вот, с этого Бавлинского, понимаешь, нет, парень ходит там, снимает, уродно. У нас говорит, что Бавлинский, Санкт-Питер живет, ну, наших годов. Плюс-минус. А где они гуляют, параллельнички-то? Ну, сказал же, научил в церкви, может, на той церкви, ну, где там ручей, ну, там проход ручей, там все снеги нет. Ну, там есть ручей. Ну, ручей, там... ну, называют ручей, ручеек, ну, под Лысой горой вот тут. Вот. Ну, я знаю, понял, по садам вот там проход, но где там сидит, в этом... Есть там место. Не знаю. Там стоящая беседочка такая, стоящая она. А где она здесь? Прям там, на роднике. Она под Иволгой живет? Да, да, под Иволгой. Не, они сказали, здесь вот церковь, они не пойдут куда-нибудь. А что это? Сказали, ну, под Иволгой тогда, какая церковь? Я так понял, что это церковь. Ладно, мне вот удалось в этом году на сеть кушать. Как так и есть машина движущая? А? Как ты можешь машину управлять? Ну, лежа. Кепка? Какой кепка? Ага. Ну это завтра я у него заберу, наверное. Ага, да завтра заберу. Липовая аллея наша. Это. Анатолий, здесь помнишь, как вместо вот этого клуба, вот этой постройки было? Здесь тоже парк. Был парк. Шипом вся беда зашла. Было такое. Ладно, Владимир, давай туда, чтобы рад был познакомиться. Благодарю. Счастливо. Записал я то, что проехал. Сейчас будет на YouTube, на канале Владимир Берин. Да.